это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай в лучах. У нас погодка, кстати, сколько уже? О, ну 0 градусов, более-менее потеплело, а то прям было минус 5 с утра, когда девочки пришли. А вот так вот, не знаю, как, правда, там будет сейчас на правом берегу. Но нам сейчас идти на занятия. Здесь кактусик маленький такой стоит. Мы его одно время поставили растить, но что-то он не пошел. А это надо заново. Симока со мной, как всегда. Это мой преданный пес. Да, Симока, моя преданная пёса? Сухой корм закончился, надо будет, сейчас буду идти обратно купить. Я сейчас Яру собираю на правый берег, он сейчас сидит, литературу делает пока сам. Вот, сейчас мы будем кушать. Я поставила, хотела показать, я вот ему сейчас, мы приловчились, делаю вот такую. Ну, я разные делаю, сегодня я сделала творог, у меня был такой шиткий, типа бывает мягкий творог. Творог, овсяные хлопья сделала, яичко бросила и где-то ложку бросила туда муки. Жарю ему оладьи. Ну, вот это большой, конечно, получился. Поменяю, может быть, со следующим вторым заходом. Пускай, потому что они как-то расползают. А, немножко соды бросила. Короче говоря, что пускай она сейчас у меня поджарится. Потому что самый вариант из всего, что он кушал там, это самый то вариант. Конечно, там есть ребятам приносят первое, там, ну, как первое, например, там, рис там или еще что-то с какими-то котлетками. Но Яра, я так думаю, что сам там будет кушать, во-первых, очень долго. То есть у них получается типа как перекуса, и это будет, конечно, не очень эстетично и удобно. А оладушек взять в руку и покушать он всегда нормально сможет. Поэтому как бы мы для себя решили, что мне сейчас получается вот такие, ну, кастрюлями, смотрите, я не помыла. С утра просто времени никак не было, еще были организационные дела, пока с работой связано. Поэтому за себя вообще никогда, сейчас покажу себя, но я еще даже не хватает времени. Не успеваю вообще ни о чем. Получается, сейчас очень рано вставать. А я не знаю, почему у меня то ли вот на погоду, вот на эту игру. Так вроде бы все хорошо. Я более-менее сейчас я принимаю как-то лекарства. Ну, вот эти витамины, все БАДы. Пока еще, правда, натропы не стала принимать. Хочу пойти так, это более серьезному неврологу посмотреть. Вообще, я натропами немножко трушу. Я гинкобилоном пью, а так не пью. И вчера что-то вечером у меня... Как-то вечером уже крутить начало давление играть, видно. Но когда у меня давление бывает, я так прям нервничать начинаю. А ночью смотрю, я легла рано. Вчера уже 12 час был, я уже легла. И какой? Я уснула только в 2 часа ночи. Не могла заснуть. Пол первого я подскочила, у меня уже давление тоже подскочило 160. Выпила таблетку от давления и с утра привет, головная боль. Как всегда, я не знаю, почему, как это работает. Но если у меня поднимается давление ночью и я принимаю какую-то таблетку для снятия, то есть получается спазма головы, то у меня утром 100% головная боль. Вот. Поэтому немножко я, ну, получилось, пока я разанимался, я не стала, не убирала ничего. Ну, и говорю, были такие, надо было телефонные там звонки, были даже не сколько звонки, сколько переговоры. Там сейчас уже ближе к Новому году, уже начинаются какие-то дела. Плюс есть в фонде проблемы, вопросы, которые надо было тоже порешать немножко. Ах, ну, я имею в виду фонд, которым, где я числюсь, в принципе, да, вот, грубо говоря, где я работаю. Я просто слушаю одно время. Яра, включай, слушай. Занятия. Они, видите, они у меня поднялись, как говорится, очень круто. Сейчас буду переворачивать под... и, наверное, закрою крышечкой, чтобы они пропарились немножко, но эти явно не пойдут к нему, пойдут поменьше. Следующую, вторую партию уже положу. Да здесь не то, что зима. Приехали сейчас на правый берег. Правда, я Ярику одела комбинезон уже. Зимние теплые сапоги, но сам факт. А здесь метет по полной. Там вообще хорошая погода у нас. Плюсовая практически. А здесь... Не знаю. Разница в 20 минут на троллейбусе. Интересно, видно, не видно. Метет. Я Яську оставила. И сейчас иду домой, еду. Все, думаю, немножко надо
отдохнуть, делами позаниматься, может быть, даже ролик помонтировать. А то вообще все упустила, все завалило. Но сейчас есть немножко. Это уже третий час поболтала здесь немного с девчонками. А всего 4 ребенка. Остальные там кто на запись, к врачу, кто приболел. Сейчас очень много заболеваемости. Ну, декабрь месяц здесь всегда пик. Пока сейчас морозы не начнутся, как снег вывалит, так начнут уже снижаться. Метет ужас, закрываю. У нас совсем заметает. Кстати, на нашем правом берегу тоже метет. Я думала, здесь нет, но здесь тоже, видите, уже метет. А я сейчас была в Ашане, купила фруктов. Сейчас приду, покажу, что взяла. Сделаю сейчас маленькую распаковочку. Мы как раз, пока я пришла, пью железо. Я его 3 раза в день пью. И пью сейчас гинкобелома свою. Тоже глотаю для кровоснабжения. Так, вот я пока глотну и распакую. Я все выложила. Сейчас покажу. Купила вот такие хурму. Она не хурма, она какая-то ромашка, по-моему, в общем, называется. Такая уже вся прозрачная, потому что Яра не очень тяжело. Немножко тяжеловато ему кушать корольки, но он очень любит хурму. 110 рублей. Купила сливовидные помидорки 99. Яблочки взяли попробовать. Мы такие, я, честно говоря, не ела никогда. Какой-то называется, какой-то барон. Хочу попробовать. Посмотреть тоже, по-моему, 85 рублей. Огурцы взяли, правда, такие сейчас. 99. Как они гладкие. Ох, у нас огурцы в любом виде едятся. 2 такие, не знаю, это шоколадница. Вроде она должна не вязать. Но я не знаю, посмотрим, попробуем. Она, правда, не совсем такая мягкая, да, вот как бы прозрачная. Ну, надеюсь. Бананы по 63. 2 пачки взяли. Авокадо Хаус. Они такие большие, классные, мне понравились. Опять здесь они даже покрупнее. 149 рублей пачка. Творог, сметана, 20% сметана. Ну, у нас Яра кушает сметану во всех вариантах, кроме завтрака. Купила капусту цветную. Сейчас буду ставлю ее, чтобы она на вечер. Сделаю ее с яйцом, может быть, быстрее всего. Да? Так, сейчас немножко проварю. А потом на сковородку и яичками залью. Купила такие вот спинки. Ну, это как типа суповый набор. Но у нас Андрей, кстати, любит вот такие, ну, косточки погрызть. Ему не нравится. Я не знаю, как бы со спинки он ест. Ну, просто потом, ну, это не сегодня уже, наверное, завтра, когда. А Яра сегодня о себе, там, не знаю, Эмилия, снабдит, она будет. Господи, что у вас там? И майонез. Пойду посмотрю, что там. Сима чуть не убилась. Так, я, в принципе, все разобрала. Сейчас я поставила лук. Это для... Немножко он пассируется для капусты. Капуста чуть-чуть проварится тоже. Ну, пришлось воды добавить, мало было, не хватило. А здесь уже, в принципе, чуть-чуть поджарился. Сейчас я буду туда печенку бросать. И брошу, наверное, быстрее всего одну помидорку потом. Сейчас промою печеночку, порежу туда. Ну, я даже не буду резать прям такими большими кусками. Оно остается, кстати, достаточно так тогда мягкое. Ну, долго не буду тушить ее. И вот этот лук, я не знаю, если я успею, потому что мне не нравится, что он очень долго. Сейчас, может быть, я крышкой закрою кастрюлю. Хотя бы такой. Мне охота сейчас доставать крышку ее. Пускай она закипит. Капуста. Мне сейчас, ну, я посолила воду, сам знал, что она сейчас закипела, немножко прокипела. А соединять уже яйцами заливать буду, когда уже яр. Даже, может быть, я сейчас просто чуть лук поджарю и оставлю в стороне. Я уже сниму его, вот этот, наверное, лук. Пускай он стоит как есть. А уже Яра, когда придет. Потому что иногда бывает, я просто пока не успеваю сразу приготовить.
И он приходит, уже поздно кушает, и потом усталость, истерика. Отключу. Сейчас буду сюда печенку класть. Вот такими достаточно большими кусками я ее нарезаю. Наверное, это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, что в мечтах твоих ванильные снежинки зимы. А под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на твоем. Все, я вот так сейчас поставлю, крышкой закрою. И пускай оно немножко потушится. Вот это. Здесь уже, кстати, закипела вода. Так что пускай она открытая варится. Сейчас уже уменьшу огонь. Вот, все, капуста сейчас проварится, я ее, наверное, солью и оставлю уже без воды. А сама пока себе налила чай, положила фруктов, банана не буду, буду сейчас мандарин, яблоко, хурму, киви. Ну, это я нарезала, сейчас посмотрим, как я успею, потому что мне осталось всего 20 минут, и надо будет пораньше ехать, выходить уже через 15-20 минут, идти уже за Яськой. Все, я вышла. Правда, уже почти 15 минут, хотела пораньше, но как получилось, думаю, поставлю. Как раз успела смонтировать, вывела его, чтобы он выводился пока на YouTube. А я за Яськой. Но все равно пораньше, потому что если полпятого, то я приду в 5, а уже будет потом, ну, мало ли. Получается, надо все-таки пораньше, чтобы там шеметет очень сильно. И не знаю, как вообще вот даже с коляской ехать. Оно уже засыпает, а эта коляска вообще очень плохо по снегу ведется. А видите, уже как везде посыпет прям. А вот по такому снегу коляска уже, конечно, будет ползти. Ну, надеюсь, мы все-таки хоть как-то доберемся. Ладно, отключаюсь, народу дофига. Но его пока нет, надеюсь, сейчас я успею сесть. Снега навалило, посмотрите, как прикольно. Какая красота, да? Сейчас здесь вроде не метет не так сильно. Когда ветра нет, хорошо. Прикольная погода. Поэтому не знаю, но уже темнеет так быстро. Зато одно радует, скоро будут лыжи. Я Яра, вот такой снеговик. Еще и маски. Ну все, мы сейчас, наверное, задержали. Сейчас, не знаю, надо будет бежать. На какой автобус успеем уже. Всем белую маску одела. Замело, конечно. Так что мы текаем отсюда. Пока можно уехать. Только слюни, пожалуйста. Мой. Чисти. Типа тюкотю, плитку поняла, плитку вытираю, чищу и мою. Вытираю и мою. Хорошо, давай, убираем. Как же эти? Яра, клади конфорочки. Все, молодец. Яра.
Все, клади. Я себе тут наняла домработника. Давай. Ну, вы не переживаете, что вам потом придется нанимать еще человека, который будет вам чинить козы? Я включила, делай, одевай. Все, Яр, все, давай. Не надо каждые 2 минуты руки мыть. Яра, ой, неженка. Я поила. Надеваю. Последний не поддается. Одевайся, одевайся. И, конечно же, у нас здесь Сима, контролер. Сима, зачем опять по столу-то? Слази, Сим, быстрее. Пшик, 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 пшик. Она на столе сидит. Давай, давай. Все, молодец. Бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра, и врач, что дарит цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала бы рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь? Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще.